Итак, сегодня 3 февраля 2012 года. Я нахожусь на кладбище в Русино, на могиле своего братика Вовочки. Вот недавно здесь навел порядок. Когда пришел, было очень много снега. Сантиметров на 20 снега, наверное, навалило. Ну, где-то минут 40-50 расчищал. И сейчас оно все имеет более-менее приличный вид, так как через 11 дней, год, как с нами нет Вовы. Поэтому надо было подготовить к этой годовщине. Должны прийти родственники, какие-то знакомые, наверное, чтобы они могли подойти, как говорится, почтить память, побыть рядом. Вот для этого я это все очистил. Вот, вот такой вид сейчас он имеет, все это. Вот в таком виде. Памятник. Так. Вот, а соседние, вот они все в снегу, можно видеть все. Все в снегу. Все завалено. Мы здесь уже расчистили. Сейчас более-менее прилично. Вот. Вот такой вид. Вот так. Ну вот, на этом будем заканчивать. Пора идти домой. Сегодня мороз 24 градуса, прохладно.